Привет! С вами Даша, и вы на канале Дашулькин Мир. И сегодня я буду распаковывать Лололупси Танис 9 штучек из магазина Розетки. Давайте все откроем. Вот. И вот у нас какой-то листочек. Чек. Он нам не нужен. И Танис. Вот такие вот. Берем кулек к сторону. И вот такие у нас Лололупси Танис. И тут у нас Снежинка. Эту я назову зайчик, белочка, цыпленок, овечка, зайчик, питомец Арбузика, пингвинчик и сама Арбузик. Арбузик, что вы меня позовете? Это же я в маленьком виде. Да, Арбузик, мы хотели тебя сравнить, когда откроем. Ну что, давайте открывать. Вот тут я начну. Вот. Имена. И тут написано, что это 4-й сезончик. А посередине земля. Вот такая вот. И у нас еще будет есть сюрприз. От Лололупси. И сюрпризик наш. Давайте его откроем. Это бисеры какие-то. Берем эту частину. Тут у нас бисеры. Цветочки, кружочки и вот такие вот шарики. И лист коллекционера. Вот он у нас такой вот. Синенький. Раскрываем его. Вот. Тут, и тут у нас написано, что это 4-й сезон. Тут маленькая стрелочка. Изумрудка есть, ананасик и всякие другие. Сзади у нас 3-я серия Лололупси Танис. Вот такая вот. И тут даже есть веселинка, моя мороженка. И мы делаем распаковку с зайчика. Вот такого вот. Вот зайчик, он стоит на ножках, желтенький, с оранжевым бантиком, то есть с розовым платьичком и светло-розовым. Вот у него беленькие ручки и вот ножки на конце. Вот такой вот зайчик. Еще у нас тут есть, дальше у нас идет, так, выну сейчас. Овечка. Вот такая у нас овечка. У нее белые волосики, голубой мантик, голубое платьечко с розовым пояском и розовая. Ну, она сама розовая. И в общем, она красивая. Поставим рядом с зайчиком. И тут у нас уже идет, как сказать, девочка Лололупси. О! Такая девочка Лололупси. Это Лололупси, которая одела костюм, как сказать, цыпленка. Я ее назову, как сказать, цыпленок, потому что она одела костюм цыпленка. У нее оранжевые пуговки, коричневые волосики и желтый костюм цыпленка. Я поставлю за овечкой. И тут я достаю как раз питомца. Эй! Возле меня какой-то большой кот. Да, ведь Арбузик. О, смотрите, он нюхает шарики. Это вот следующий Лололупси Танис. Это для... Котик, наш большой котик, наш большой котик, пожелала Лололупси Танис. Да, запилась немного. Следующая Даша Лололупси. Это вот такая вот пасхальная. Да, я... Вот у нас это Лололупси, у нее оранжевые волосы, розовый костюм кролика, вот ушки, и она красивенькая. Я поставлю за белочкой,
И дальше у меня... О! Это лолупси уже, как сказать, зать, немного вылез. Она немного... Она скрыли обид. О, так. И следующее наше видео. Вообще мне оно понравилось очень. Это лолупси и снежинка. У нее сзади такие прозрачненькие крыльца. Ну... Голубенькие, бирюзовенькие волосики. И вот такой вот зимний костюмчик. А тут крылья. Ля. Они не снимаются, несъемные. И тут у нас, а тут у нас уже, как сказать, все веревочка, бисеры всякие. И мы их не достанем. Ну, следующее у нас это арбузик. Дико, я хотела сравнить с другой девочкой. Такой вот арбузик. Это, ну, сравните сначала по бантику. У нее такой вот, конечно, похожие бантики, а вот тут у нас немного черненько. Тут у нас, как сказать, у арбузика есть такой красный бантик. А у нее такого нету. То, ну, тело уже одинаковое. Ну, обувь. Обувь у нее, как сказать, ну, длинности. Тут такая вот беленькая с красным и без бантиков. А тут у нее красное все и с зелеными бантиками. Вот так они различаются. А вы почти все одинаковые. Поздравляю за снежинкой моей любимицей. А дальше мы доставим еще одного питомца. Это питомец у меня. Ой. Нет. Похоже, у нас бусинки выскочили погулять. Все. По столу. Дядя, только не скидывай бусины. Вот. И вот у нас такая вот собушка. Это питомец моей лолупси снежинки. Вот этой. Этой. Она фиолетовая с синеньким бантиком. И с розовым бантиком. Синенький это внизу, а розовенький это на голове. Такой вот. Вот ее питомничек. Я поставлю ее на свое место. Так, отдадим. И вот для арбузика. Вот так вот. И последний у нас это... Это как? Это... Он немного трудно достается. Вот у нас это питомец. Мец арбузика этого. Он как арбуз. Выглядит с красным большим бантиком. Сзади у него сердечко пришито и хвостик. И как у Тали стырочки. Ой, извини. Ничего страшного. А теперь мы можем, мы попробуем навязать лолупси танец. Сделать из них бусики. Ну, нам... Мы возьмем еще несколько лолупси танис из моего домика. Вот таких вот. Вот. Мы выставим еще этих танис. Низ. Эй, не падай. Эй. Это ты не падай. Вот. И сейчас я буду открывать моих старых лолупси танис. У меня уже открыты вот такие вот. А у волосых просто нет дырочек. Я их беру в сторонку. Наконец-то открою. Вот у нас. У меня тут пиратка есть. Все, у меня лебедь есть еще. И золотинка я возьму. Еще. Волосатых я не могу брать, потому что у них нет дырочки. И из них не могут получиться бусы. И вот сейчас мы будем нанизывать. Вот наша веревочка.
Нанизываем сначала. Получились. И у меня только 3 Тадис осталось. Ну, я покажу, какие еще попали. Попал вот такой вот мишка с арбузика. Попала вот такая вот феечка морозная. Попала вот лебедь. Ведь золотинка, арбузик, кролик, совушка, пиратка. Вот овечка и еще такая вот, как сказать, белочка. Ну что ж, на этом сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте вопросики для Даши. Пока!